К приему почти готова. Новая поликлиника на левом берегу вот-вот откроется. Сегодня здесь с проверкой местные активисты. Главный врач показывает им, как все будет устроено. Помимо кабинетов для приема, сделали специальный для выдачи справок, чтобы избежать лишней очереди. Здесь будет принимать фельдшер, средний медицинский работник. Основная функция – это выписка направлений, справок и так далее. Ну, любых других моментов. Больничные отдать, да? Больничные отдать, справки. Ну и очень много таких моментов, которые не требуют непосредственного участия врача. Раньше жителям Истока и Солдатского, чтобы сдать анализы, приходилось ездить то в центр, то на Бурвод. Теперь намного удобнее и ближе. Принимать будут на 7 участках, 2 из которых педиатрические. Здесь будут участковые терапевты и участковые педиатры, врачи общей практики. Узкие специалисты сюда будут приезжать по потребности, по необходимости. Ну, мы будем составлять дополнительный еще какой-то график. Конечно, спрашивая мнение наших замечательных тосовцев, это очень активные граждане, они все непременно знают, какие пожелания для нашей врачебной амбулатории. И вот пока у нас еще есть время для открытия, хотелось бы, конечно, сегодня мы сделали такую рабочую встречу. Сейчас участковый врач принимает в старом, не отвечающем нормам здании. Конечно, жителям уже не терпится приходить на прием в новое, просторное, да еще и более оснащенное оборудованием и специалистами. Очень красивое, светлое, просторное. Кабинеты, как мы и хотели. Будет смотровой, будет свое УЗИ, будет свой дневной стационар. В общем-то, все будет так, как мы планировали. Анализы сдавать есть, да, где? Да, у нас здесь будет заборная всех анализов, два кабинета. И кровь сдаем здесь, и все остальное. Единственная просьба у жителей – организовать общественный транспорт. В районной администрации по этому вопросу уже ведется работа. Мы прорабатываем вопрос с комитетом по транспорту, чтобы решить вопрос, каким-то образом именно обеспечить трансфер жителей Истока до данной поликлиники. Значит, есть, конечно, небольшие трудности. Здесь у нас федеральная трасса, значит, да, остановки, вот этот переход, как бы, ну, такой довольно-таки внушительный. Поэтому этот вопрос прорабатывается. Mm-hmm. Кроме этого, значит, нами уже решен вопрос по асфальтированию подъездной дороги, значит, к данной амбулатории. Это в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Отмечу, что строительство новой амбулатории – инициатива мэра. Новую поликлинику у него просили жители левого берега, а это более 11 тысяч человек. Благодаря дальневосточной субсидии появилась возможность выкупить уже готовое здание. И для населения, и для врачей будет удобно как раз-таки расположение здесь. Была достигнута договоренность о приведении здания в соответствии со всем нормам и СНИПом. И вот на сегодня мы уже с уверенностью можем сказать, финансирование определено. Осталось завести оборудование, и поликлиника готова к приему граждан. Открыть новую амбулаторию планируют уже к лету. Юлия Пермякова, Алексей Ромашов. Новости дня.